Сейчас потопленными остаются два дома, расположенных ближе всего к каналу. Однако и отсюда вода должна отступить уже в ближайшее время. Для этого продолжается откачка затопленной территории. Автомобили противопожарной службы и насосы работают безостановочно уже шестые сутки. Нормализуется понемногу ситуация и на правом берегу. Уровень воды в Нуре за последние сутки несколько спал, что позволило предотвратить дальнейший разлив воды и продолжение затопления дороги. При этом уровень сброса с гидроузла остается высоким.